На татами номер 2 в белом кимоно Михаил Косяшников, 89-го года рождения, мастер спорта международного класса. Представляет Северокавказский федеральный округ Ставропольский край, Уральский федеральный округ Янау. Ведомство «Динамо» тренируется под руководством Виталия Волобуева и Александра Спирка. Лучшие достижения – первое место чемпионат России 2014 года. В синем кимоно Магомедов Хайбула, 90-го года рождения, мастер спорта. Представляет Северокавказский федеральный округ, город Махачкала. Тренируется под руководством Магомедбек Алиева. Арбитр на татами, судья международной категории Андрей Бобров, город Москва. На татами номер 3 в белом кимоно Ибрагим Маргиев, 97-го года рождения, мастер спорта. Представляет Приволжский федеральный округ, Республику Мордовия, город Саранск, ведомство вооруженные силы. Тренируется под руководством Засеева. Высшее достижение – третье место первенства России, город Кемерово. Кавказский федеральный округ, Республика Осетия. Тренер Хугай. Thank you.
бронзовую медаль весовую категорию до 100 килограмм завоевал Хайбула Магомедов, Северокавказский федеральный округ, Республика Дагестан. На татами номер 2 финальная встреча.